В Петропавловске открылась лаборатория по диагностике возможных патологий плода. Раньше такое исследование проводилось только в столице. Теперь определять сразу 5 хромосомных аномалий могут в лаборатории на базе областной многопрофильной больницы. Результаты анализов дают гарантию на 99%. Анамнез будет проводиться методом забора околоплодной жидкости в первый триместр беременности, 16 по 18 неделю, а диагноз ставят за 3 дня. Все маркеры учитываются. Мы видим маркеры УЗИ, биохимические. Возрастной фактор влияет, оказывает очень большое влияние. То есть в этой услуге, конечно, наш регион нуждался очень давно.